С Днем Ангела, дорогие именинники! Мы сегодня расскажем вам историю, которая в общих чертах очень сильно похожа на историю царевича Гаутамы, того самого, которого впоследствии назвали Буддой, то есть просветленным. Но это не о нем история, а история о христианине будущем, тоже индийском царевиче, которого звали Иоасаф. Жития святых повествуют о том, что в Индии, слышавший Евангелие из уст Фомы, апостола, который посеял первые семена Евангелия на этой земле, жил некогда царевич, вернее царь, по имени Авенир. У него долго не было детей, затем родился сын, который получил имя Иоасаф. Звездочеты предсказали Авениру, что сын его будет человеком с новой верой, что он примет новые верования, намекая на христианство, которое сам Авенир не любил и преследовал в пределах своего царства. Сын родился, и для того, чтобы оградить его от ненужного влияния, по мнению Авенира, был построен дворец для него, где юноша проводил долгие дни, месяцы и годы в различных занятиях. Он читал, он мог, скажем, встречаться с друзьями, его веселили танцовщики и певцы. Он проводил жизнь в удовольствиях и не видел ничего, чтобы оскорбляло его нежную душу, то есть старости, смерти, болезни и скорбей. Именно в этой части жизнь Иоасафа была похожа на жизнь Будды. И того тоже поразило однажды после долгого перерыва, после долгого невидения скорбей и ужасов жизни, видение старика, затем видение больного, затем видение трупа. И это родило в нем желание постичь истину. Почему же в мире царит страдание? Так было примерно и у Иоасафа. Он однажды увидал бедного, потом больного, начал думать о том, что почему это в мире происходит, до сих пор он видел только наслаждение. В это время в тех краях был некий подвижник по имени Варлаам, который втайне, в пустых местах молился Богу. Ему было откровение о том, что он должен проповедовать Слово Божие некому юному доброму человеку. Варлаам пошел к Иоасафу, представился неким купцом, пришедшим из дальних стран, странником, имеющим у себя за пазухой драгоценный камень. Любопытный ко всему интересному, Иоасаф провел с ним долгое время в беседе. И вот в беседе Варлаам раскрыл ему учение Христово, как мог от апостольских и евангельских слов Христа и его учеников, раскрыл ему тайну мира, истину о нашем будущем, будущей жизни на небесах, о вечности, о спасении. Это и был тот камень, который он предложил для того, чтобы заинтересовать молодого царевича. В согласии с евангельской притчей, где Царство Небесное уподобляется жемчужине, которую нашел человек и радуется, и все продает, чтобы только ее купить. Итак, Иоасаф услышал эти слова, принял веру, крестился, впоследствии крестил своего отца, но на царстве не остался, а отдал его преемнику и ушел сам в пустыню для того, чтобы там подражать в молитве, бдении, в псалмопении своему учителю, старцу Варлааму, который более 70 лет прожил в пустых местах, угождая Богу богомыслием, смирением, терпением, скорбей. Вот такая история, дорогие братья и сестры, дорогие именинники, и она учит нас тому, чтобы мы не отворачивались от вечных вопросов. Есть целый набор вопросов, мучающих душу, которые Достоевский называл проклятыми вопросами. Откуда я, зачем, почему, что меня ждет за гробом, почему в мире много страданий, что такое любовь. Все эти важные вопросы должны мучить человеческое сердце и должны в конце концов разрешиться благодатью Христовую и в свете Евангелия. Кроме носящих имя Варлаама, Иоасафа и Авенира, мы спешим поздравить с Днем Ангела Иллариона и Адриана. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах.